Сердце километры идут в поход на столбы. Красноярцы, присоединяйтесь! Телеканал «Енисей» подводит итоги социального велопробега ребят из детских домов края. Они проехали 700 километров, чтобы обрести семью. Вы следили за ними. Настало время познакомиться лично. 11 августа в 11 ровно. Красивые виды и отличная компания. Вместе мы победим. Вместе мы достигнем цели. Красноярье без сирот.